Сегодня в Приморском суде избирают меру пресечения Зинаиде Цверенько. Ее подозревают в служебной халатности, которая привела к трагедии в лагере «Виктория». Рассмотрение, по сути, пока не началось. Судья уже около 3 часов решает, перенести ли заседание в другой зал. В отсутствие решения Зинаида Цверенько покинула здание суда. Наша съемочная группа продолжает дежурить в здании Приморского суда, однако вероятность переноса заседания высока.